Число заболевших свиным гриппом в Ноябрьске растет. Если в понедельник с таким вирусом было зафиксировано 4 человека, то уже сегодня, спустя всего 2 дня, гриппом H1N1 болеют 10 жителей города. В числе заболевших 2 детей и 3 беременные женщины. Такова информация окружного центра по борьбе со СПИД. Продолжает расти и общее число простуженных в округе. В окружном Роспотребнадзоре говорят, что за последние 7 дней в регионе поставлен рекорд по заболевшим – свыше 3000 человек. В Ноябрьске эта цифра достигает 500 человек.